Игра готова? Я уже начал новую. Меня зовут Трой Мэйфилд, я создаю видеоигры. Родители открыли компанию видеоигр, и я мечтал там работать. Зак и Коди! До Пикселькона остается всего 20 дней. Признаюсь, я еще ни одну игру не ждал с таким нетерпением, как жду Мозгоштурм. Нужны подробности о последней игре Playfield? Плохая, без вариантов. Они все проиграли, когда лишились дизайнера. Удачи, но не выгорит. Вот я и подумала, вдруг ты заинтересуешься. Покупкой твоих игр? Да, я это сделаю. Кстати, ставок для твоих сотрудников у нас нет. Мам, позволь мне помочь. Я смогу, я справлюсь. Все много недель трудились над исправлением ошибок, которые тебе удалось удалить за одну ночь. Поэтому за новую игру отвечаешь ты. Ты что, совсем сошла с ума? Время поджимает. Это безумие. Вот такая клюква, друг! Это случалось! Да, да. Вы не думали, что во время танца за вами могут подсматривать? Мне нужно время, чтобы поработать в одиночку. Почему нельзя работать одному? Они мне мешают. Это моя любимейшая работа. Я помогал создавать компанию, здесь моя семья. Чем дольше Гендальф будет начальником, тем скорее мы с вами лишимся всего. Они все ужасно тормозят. Научись просить о помощи. Нужно найти то, во что реально захотят играть геймеры. За работой я вижу совершенно другой мир. Ну, что скажете? Ты спрашиваешь нас? Да, мы же все из Playfield Games, так? Покажем миру, чего мы стоим. А вот я в тебе не сомневалась. А я сомневалась, 100%. Схвачу вайп. Смеемся онлайн.